Что делать, что делать, что делать, что делать? Опять она унесла мою подругу. Собака. Вы думали, это птица, а это собака. Пошли. Пойдем. Идешь? Иди, иди, пошли. Давай. Идем. Идем. Идем, говорю. 2HP представляет. Салом и всем, друзья. С вами 2HP, и мы снова играем The Web BD. Я полагаю, у нас сегодня будет завершающая серия. Я, конечно, сейчас посмотрю. Но так как мы находимся уже на конечной локации, на последней... Думаю, сюжетку мы уже пройдем. Возможно, останется только пособирать какие-то... Что у нас осталось-то пособирать? Эти мы собрали. 4 мухи осталось. И все, 4 мухи. Ну все. Ну, блин, где искать эти 4 мухи? Я, честно говоря, даже... Не знаю, это мне вообще всю карту надо будет шерстить тогда. Ты представляешь, вот здесь вот нужно было будет везде искать 4 мухи. Отлично. Ну ладно, погнали. Так, я здесь еще не был. Вот только зашел на эту локацию. Но я уже понял... принцип, который здесь есть. Так, давай я туда немножко переползу. Здесь что-то есть. А, это тоже кристаллы светятся. Короче, эти кристаллы... Тихо. Эти кристаллы нужно вставлять. Я, кстати, вот так умею, если чё. А я не знал. Ну, типа, вот так вот. И наверх, наверх. Тихо, тихо, тихо. А, зараза. Ну, короче, могу медленно спускаться и подниматься. Я до этого не знал. Кристаллы эти нужно вставлять... в какие-то такие специальные держатели. Я даже не знаю, как это назвать. Растения. И вот у нас еще летает один кристалл. И вот это, наверное, эта штука, да? Тогда нам нужно, чтобы он подлетел сюда. Давай я его возьму. Опа. Опа. Слышь, может, он попадет? Смотри, 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 смотри. И... ну, почти. Давай. Хорош. Это просто ты трехочковый. А там нет ничего внизу? Просто то, что такое пространство, что... Тихо. Ну, да вроде нету. Ну, хорошо, пойдем тогда дальше. Так, вообще стрёмная локация. Я не знаю, есть ли здесь какой-нибудь босс. Может... есть, может... О-о-о, левитирующие кусочки. Да что ты говоришь такое? Ну-ка, стой, 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 стой. Смотри, как могу, кстати. Вот так вот, оп, 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 оп. Хо-хо-хо, красавец, да? Ага, вот штука. Надо вставить кристалл, нужно найти кристалл. Кристалла нет? Дай кристалл. Дай кристалл. Это мне сюда надо таранить, да, ты его, получается? Хорошо, ой, тихо, опа. Да, так как ничего больше собирать не надо, только мухи. Поэтому я думаю, что ничего тут сложного нету. А, это еще зависит от головолом. Да, я туда подымусь-то. Или где я эти кристаллы? Или нужно... Не, подожди. Там нет кристалла. Вот здесь, что ли, кристалл внизу? Выбивать из... Или можно его выбивать? Что-то меня смущает. Вот левитирующая панелька... Ну, где платформа? Наверное, ее надо двигать, да. Охереть, если это так, конечно. И тебя туда... Да нет, это не вариант. Ну, хотя хер знает. Там наверху нет ничего. Ну, давай попробуем. Я, конечно, ничего не обещаю. А тебе можно лазером... подбить? Слушай, это тяжело, подожди. Это нужно высшее образование иметь, чтобы это все проделать. Давай сейчас. Нет, у меня, конечно, есть высшее образование. Факультет пауковедения и паутиноплетения. Хоть! Хоть! Так, надо тебя, короче, зацепить, да? И вот так вот тащить. Но у меня других вариантов просто нету. И кристаллов здесь-то больше нету. Вот нужно отцепить одну паутинку. Вот эту. И вот эту. И давай-давай-давай-давай-давай. Не стесняйся. Опа. Опа. Но просто проблема в том, что если нет, если это не так... Давай, вниз. Вниз. То... Да, ты смотри, нихера ж себе, вот этого придумали.
Так, вот кристальчик. Отделенный, отделенный. Так, нет, давай ты со мной. Стой! Не отлетай. Ай, куда меня унесло-то? Не отлетай далеко. Давай, туда иди. Нам явно не наверх. Стремная карта. Так, хорошо, я нашел кристалл. Я не нашел. Куда его вставить? Нашел. Все, хорошо. Опа. Все, одно движение. Профессионализм. Уже годы. Годы игры в Webd. Да иди ты туда. Показывают себя, что для прохождения некоторых миссий, ну, в смысле, некоторых головоломок, требуется буквально несколько секунд. Два кристалла. Короче, я понял, здесь весь уровень будет, наверное, заточен вот на вставлении вот этих дурацких кристаллов в раскрытые веточки, я их так буду называть. А, ну да, слушай, что я по поводу босса говорю? Нету тут босса, у нас же босс... Эй-эй-эй, ходи давай. А, у нас же босс птица. Так, и куда мне? И она и живая, и у меня там подруга или друг, кто там... В зависимости от того, кем ты хочешь быть. Ага. И я без кристалла сюда прилетел. Классненько. Ну ладно. Я тебя понял. Все. Ни слова больше. Сейчас быстро сделаем. Так, пошел раз. Пошел два. Погнали. Да не сюда, ну куда вы? Подожди, их сюда надо, да? Как-то провести. Я понял, короче, проще будет, наверное, веревку сплести, которая паутина. Но мы просто уже пауки со стажем, поэтому у нас есть свои терминологии. Ты не обращай внимания. Если будешь слышать какой-то новые фразы, новые выражения. Так, а кристаллы ловятся паутиной, вот если они летят? Если они летят, давай сейчас проверим. Да. Я даже не знаю, хорошо это или нет. Или нет, что-то не ловится. Так, подожди. Да как так? Какого хера? Почти. Как это сложно, я даже не ожидал. Ну давай. Можешь же, нет? А, хорошо, давай хватану один. Опа. Ну конечно. Я вижу. Вот, все, отцепили тебя. Давай. Туда вниз. Но не совсем вниз. А нету здесь листика? Было бы очень удобно, если бы был листик, и я бы на нем полетел. Где кристалл? Я что, его просрал? Я просрал кристалл? Серьезно, так можно? Нет, вот он полетел. Его ветер, и тот ветер похватил. Ой, слушай, он мне показывает, где он находится. Нифига себе. Ну все, он уже, наверное, на месте. Ты сам вошел. А второй? А что со вторым делать? Какой-то секрет, что ли? Ну, типа, странно, что кристалла два. Протащить его на следующий уровень нельзя. Это, типа, для простоты сделано? Что, типа, у тебя вот два кристалла, если один просрешь, о, то вот тебе второй. Ой, как хорошо здесь, так тихо. Давай, пшел. Вот туда тебе. Все, профессионализм, смотри. Да ладно, кто это у нас такой... жопа синяя, лохматый. Отыскать своего возлюбленного на небесном... где? Из небесного шалаша. Нашел. Найти все золотые паутины.
Так, ну давайте с ним побазарим, удерживайте Q, чтобы танцевать. Давай, станцуй, моя... Подожди, что-то я не подготовился. Блин, надо сначала образ вернуть. Давай я превращусь в обратного. И, наверное, я хер знает, ну... А шапку нельзя снять? Ну, типа, смотри, я одену какашку, да? Еще раз нажму на какашку, он ее снимет. Вот! Оригинальный паучок. Тусим, тусим! Мне кажется, я все-таки... на самца похож, а она на самку наша, синенькая такая. Я хер знает. И чё, это все? Ну, потанцевали мы с ней. О, ты будешь со мной теперь ходить? Ну нет, видимо, не все. Где там кристальчик? Вот я вижу, куда вставить. Не вижу, что. Есть кристалл? Есть чё? Я танцую её... А-а-а, за собой веду. Все, я понял. Мне сразу так бы и сказали. Да ладно. Нихера ж себе. Вот это механика. Так, хорошо. Вон я видел птицу. Она пролетела там на бэкграунде. Давай, иди сюда. Иди. Да ты иди сюда. А могу я ее паутиной? Да хотя зачем? Ну вот так просто, типа, чтобы она быстрее шла. Так. Оп, пошла. Вот, и с танцульками гораздо быстрее будет. Давай, иди сюда. Влезай. Пойдем, нам игру уже заканчивать пора. Так, это нам надо залезть. Вот тебе сделаю паутинку сюда, вот так, чтобы удобно было. Мадам, пошла сюда. Мадам, а ну пошла быстро сюда. Вот, спасибо. Я все равно ее буду называть, как будто она самка, ну потому что я за всю игру не привык, что самка я. Ну и типа, какого хера я должен к этому привыкать, я не понимаю. Не буду я к этому привыкать, и все. Вот, у меня принципы. И сюда, запшло, быстро, и сюда. Давай, вот паутинка тебе, опа. Мне ку надо держать, представляешь, все это время? Это ж неудобно. У меня сейчас какое-нибудь залипание будет, и все, сюда. Хватит херню не страдать, иди сюда. Ты не умеешь паутину, что ли, плести? Тебя научить? Меня научили, смотри, я профессионал уже стал. Опа. Драный скример, ты понял вообще? Ну-ка, шло отсюда. Ай, паутинку сбил. Подожди. Давай, пошли. Сюда. Иди. Пошли. Открывай. Интересно, как мне сражаться с птицей надо будет. Что мне нужно будет делать? Есть. Ничего себе. Ладно, давай, я здесь постою. Мне не сложно. А где хпшка? А можно в стамину вкачаться? Так, подожди. Это... Мне, наверное, нужно снизу пройти. То есть это не босс-файт, это... Тоже, типа, головоломка. То есть можно как-то пробежать. А я стою, херачу в нее лазером. Ну, мне же никто не объяснил. В самом деле. Пошли. Все, я понял, хорошо. Так, ломаем. Держи. Прям какой-то, знаете, капхед получается. Так, ну чё ты? Пошли вот так, давай. Чтобы вы понимали, я еще раз повторюсь, я держу все это время Q. И это неудобно. Мне ВСД нужно нажимать, а я еще повсеместно держу Q. Так, что надо делать? Я так понимаю, тебя нужно прилепить трубу, да? Давай, стой. Опа. Эй. Подожди. Опа. Давай. Нет. Или закрыть трубой, да? Типа, чтобы она меня самим пройти. Дед, смотри. Хорошо. Вниз, чё? Сюда иди. Ай, ну куда ты? Подожди ты. Фух, хорошо здесь сохраняхи есть. Так, вот так пошли. Вот так пойдем. Потом вот так пойдем. Ну, мы здесь еще перемычечку. И вот туда. А спустимся вот так. Нет, вот туда спустимся. Пойдем аккуратненько. На паутинку. Прыгай. Что-то не прыгаешь там. Мать. Ладно, давай еще. Может туда надо деревяшку? Ну-ка, отойди. Оставь деревяшку, Фат. Иди, что ты мешаешь? Нет, ты наверх, деревяшка, птицу.
Во-во-во-во-во. Да? 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 Оно? Так, давай, пошли, хватит развлекаться. Да, деревяшка была нужна. Хорошо. Все еще неудобно держать все это время. Опа! 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 Пора, пора, подожди, 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 подожди. А ты где? Ты где? Че ты? Иди сюда! Сюда, иди быстрей! Вот это сейчас лаганула игра, я не знаю, как мне. Яракс! Опять с трубы. А, козлина. А, ладно, там уже деревяшка летит. Та птица. Птица сама кинула себе деревяшку, хорошо. Вот так будем идти. Здесь, здесь, наверное, вот вообще вот так надо пройти. Та-та-та-та, быстро, быстро, быстро. Блин, была бы какая-нибудь функция автотанец. Ой, здесь еще шестернюхи надо вставлять. Вот это да. Ну, хорошо. Сюда ее надо вставить, да, там еще и птица. Хорошо, давай тогда вот так. Так. Шестерню подвешиваем куда-нибудь сюда. Слабо, да? Давай еще. Так, не трогай мою... Ни хрена себе. Вот это дела. Ну-ка, знаешь что? Стой-ка здесь. Да, вот стой здесь. Ты мне мешать будешь. Ого! Здесь тоже можно было отхватить. Вот это новости. Не-н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 е, чел-чел-чел-чел. Чел-чел-чел, ты давай, нету тут. А я вам тут не вы. Ну почти же! Стой! Стой, куда пошла! Можно так на дурачка попробовать ее? Прикинь, так ладно, давай заново. Крепим ее наверх, чтобы она повисла приблизительно в районе механизма. Раз, не хватает, еще раз. Тупая птица. Так, мать, стой здесь, все, жди меня. Жди меня, я приду. Мне нужно там с синей птицей разобраться. Сохраневший синий. А что ж сохраняется все действия? Асфиксичный. Опа! Пу-пу-пу, пу-пу-пу. Пу! 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 Ха-ха! Теперь нужно... А где рычаг был? А, вот рычаг. Так, давай я дерну, когда мы придем. Мне кажется, это будет лучше. Пошли. Пойдем. Идешь? Иди, иди, пошли. Давай. Идем. Идем. Идем, говорю! Спасибо. Давай, давай. Не надо здесь. Ну пошли, ну что ты, давай, пошли. Ну что тебе, паутины мало, что ли? Ты разучилась, пока в плену была, ползать по паутине в самом деле. В чем дело-то? Давай, 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 давай. Нет! А как ее протащить в этом месте? Я вообще... Все, я понял. Короче, надо ждать момент. А, пришли. Давай, я дергаю рычаг. И поползли наверх. Я не знаю, что там. Но я надеюсь, ты сообразишь, как туда забраться. Нет, конечно. Нет, конечно, зачем? А, птица улетела. Давай, 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 птица улетела. Давай, 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 пошла. Иди сюда, куда ты там заднюю уже даешь. Все нормально, это конец игры уже близок. Давай сюда летай. Давай, залезай. Е-бой. Так, давай немножко из паутинки сделаем. Так, чтобы типа было это актуально. Паучок, ты выжила. И спасла своего любимого. Мы почти готовы отправляться домой. Убежать вместе с возлюбленным. Ага. Влад как раз разворачивает воздушный корабль. А, это мой мотылек, подождите. Мы, который, с которым я пролетел. Он приближается, осторожно! Злобный синий птиц нападать! Что делать, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать? Опять она унесла мою подругу. Собака. Вы думали, это птица, а это собака? Ну нет, на этот раз ничего у тебя не выйдет. Давай, что надо? Держись, паучок. Мы поймаем эту птицу, мне надо стрелять. Держись. За нее держат? Ты так и сказал. Может мне стрелять еще надо? По жопе. Или в лапы стрелять? Что, куда-то же я попал.
что она лапу отпустила. Опа, опа. Спасибо. Не, мне кажется, куда-нибудь в район башки. О, а могу, да? Во. Ах ты, собака, отпусти мою подругу. Давай. Что происходит, что происходит, что происходит? Лови меня. Спасибо. Вот это босс файт, вот и я понимаю вообще. Так, опа, держусь. В другую сторону летит, вот хитрюга. Варюга хитрюга. Она меня схватила? Нет, нет, хватай меня, спасай меня, спасай меня, пожалуйста, 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 пожалуйста. Спасибо. Вот это дичь. Где хп этой птицы? Во-во-во, хорош, хорош, хорош. Раз перелетят. Держи. Я практически упал. Мотыль. Товарищ, прости за опоздание. А, все-таки он мехмура, что ли, тащит? Да ладно. По пути мы нашли помощника. Привет, соседка. Ой, чужук тут. Ха, все здесь. Мехмур один каст, службе готов. Ничего себе. Зверь не уйдет. Вот это мы сейчас победим. Мы приближаемся. Затащи мехмура на спину птицы своей паутиной. Вперед. Что? Затащить мехмура на спину птицы своей паутиной? А может, это на следующую серию оставим? А где птица? Хорошо. Давай аккуратненько слезу. Ага, все, вижу. Опа. Ну, давай. Я других вариантов не вижу, как просто соединить их с супер большим количеством своей... Паутин. Кстати, есть факт такой, я очень давно еще в детстве его прочитал, что типа настолько паутина, на что шелк пауков тверден. Я на позиции, берегись, что если бы паутина была толщиной с карандаш, то она могла бы остановить Боинг, летящий на полной скорости. Боинг 747 на полной скорости летящий. Так, на позиции берегись. Давай, отсоединяй мехмура, отсоединяй. Готов. Хорош. Давай, дави ее, откуси ей башку. Хренова птица всю нам здесь малину испортила. Представляешь, вот сколько может попортить всю одна птица. Опа, прижали. Победить птицу шалашника. Получилось, зверь обезврежен. Товарищ, что будем с ним делать? Отрубить ему башку просто нахрен. Скажем ему уйти отсюда. Слышишь меня, птица? Ты сжег все мосты. Насекомые этого леса не потерпят, чтобы ты ел и похищал наших друзей. И теперь мы сможем себя защитить. Найди себе новый дом. Улетай подальше отсюда. Туда, где живут другие птицы, вроде тебя. Куда-нибудь, где ты сможешь наконец найти друзей. Но убирайся немедленно, пока я не передумал. Злобный мотыль. Давай, шла отсюда. А то в жопу лазером стрелим тебе еще. Шла-пшла-пшла. Давай, все. Хорош. Ох, это было очень страшно. Так, вон из шалаша получено достижение. Это было очень страшно. Я не был уверен, что смогу пообщаться с ним, но у меня получилось. То есть, ты, короче, блефовал. Наезжал на птицу, но сам дрейфил, да? Понятно. Спасибо, подруга. И спасибо тебе, парень-подруги. Твоя храбрость дала мне силы противостоять этому злу. Благодаря вам в нашем доме стало безопасней. И, походу, это все. Блин, а мухи я 4 не собрал, да? И я вообще, кстати, не собрал еще эти какого... Шапки там... Много шапок не собрал. Одна я знаю, где точно есть. Но, если есть в этом необходимость, не знаю, да пройдем. А так, наверное, в эту серию впихивать это уже не будем. Вот такая вот игрушка. Называется The Webbed. Замечательная, офигенная, с очумительными механиками, которые нигде, вот это просто механика с паутиной, это же вообще, это офигенно. Как она звучит, как она строится, как ты по ней ползаешь, и вообще, я, правда, так и не научился плести вот нормальную паутину. Там еще надо было, кстати, золотого паука найти. Ну, короче, посмотрим. Будет у меня, может, настроение, я полажу и поищу все секретки, и, может, отдельно тогда еще последний вот ролик выпущу, уже там оставшиеся шапки. Вот. А на этом сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте нравится. И до встречи в следующих видео. Кстати, хотел напомнить, что... А вот, кстати, все пауки, подожди. Это все, которых я открыл, да? Нет, это вообще все.
Напоминаю, что следующим прохождением будет у нас... Чё? Slime Rancher, если ничего не изменится, если всё будет хорошо. Потому что с Webwood мы закончили. Сейчас давай посмотрим на всех. Вот этого я... Вот этот золотой паук, вот он, слева который, слева. Это Огр, его я нашел. Этого паука я же здесь не все, кстати. Все, всем спасибо, всем пока. Mm-hmm.